Я все знаю и приняла то, чем ты занимаешься, Джон. Мы не раз говорили об этом. Я прощалась с тобой и не знала, увижу тебя снова или нет. И так продолжается целых 12 лет. Но сейчас все иначе. Твоя семья думала, что ты мертв. Мы 3 недели скорбели над этой новостью. Знаешь, через что мы прошли с детьми? Но ты поставил меня в патовую ситуацию. Одно дело быть твоей женой, и совсем другое — быть матерью. Ты жив благодаря ему. Мы перезаложим дом, ты получишь визы и улетишь. Сделаешь то, что должен, и вернешься живым. Только живым, Джон Кинли.